Сегодня депутаты Краевого законодательного собрания проведут последнюю в этом году сессию. Главный документ, который им предстоит обсудить и утвердить, бюджет Алтайского края на будущий год и на плановый период 2018-2019 годов. На месте событий сейчас работает наш корреспондент Ольга Деянова. Она с нами на связи. Ольга, ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Павел. Основной вопрос, который рассмотрят сегодня депутаты – бюджет Алтайского края на 2017 год. Основные параметры – доходы, расходы и дефицит – утвердили на ноябрьской сессии, а сегодня планируют рассмотреть его постатейно. Но прежде депутатам придется вернуться к документу и рассмотреть его в первом чтении. Причина – значительное увеличение бюджета на 5,5 миллиардов рублей. Эти деньги поступили из федеральной казны. Они пойдут на финансирование сферы здравоохранения, образования и социальной политики. 1 миллиард рублей направят на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. Также планируют увеличить расходы на капитальные вложения, в том числе на программу 80 на 80. На этом пока все. Павел, вам слово.